Гигант в сфере финансовых услуг Wells Fargo собирается запустить собственную расчетную службу, схожую с Smart Junction Coin, получившую название Wells Fargo Digital Cash, на своей первой платформе Dell, технологии распределенной бухгалтерской книги. Компания объявила об этом в пресс-релизе, сообщив, что запланированный сервис принесет операционную эффективность, включая обработку платежей в режиме реального времени. Это позволит Wells Fargo проводить трансграничные платежи через свою глобальную сеть корпоративных клиентов. У Wells Fargo Digital Cash есть потенциал, который позволит Wells Fargo устранить барьеры для финансовых взаимодействий в реальном времени между несколькими счетами на разных торговых площадках по всему миру, сказала Лиза Фрейзер, руководитель инновационной группы в Wells Fargo. Напомним, недавно МК сообщила о добавлении в услуги. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.